челлендж, в котором мы будем слушать музыку в наушниках, а Кристина скажет в приложении, которое называется Recreates, песню. Или я, да, которая переворачивает песню, надо будет за ним повторить, чтобы узнать, какая это была песня. Короче, я ерунду сказала. Ну ладно, сейчас все. Ну я шикарно, скорее всего, я умею объяснять. Ну, конечно. Надо. Так, сейчас мы будем. Камба, цимба, раз, два, три, раз, два, три. Так, сейчас я включу себе песню. Работает оно по вот такой вот схеме, но думаю, вам ее не видно, но будет. Надеюсь, вам будет интересно. Кристина, ты врубила музыку? Нет. Так, подожди. Слышно что-то? Что? Подожди, стой. How deep is it? Все? Давай. Сдаться, ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо. Все. У меня просто наушники сломаны, помнишь, я тебя не вижу. Ничего страшного? Думаю, будет тебе все равно интересно. Так. Ха-ха, сейчас вы послушайте мой перевернутый голос, он будет ужасный. Ну, записывайся. Да-да. Сделаем погромче. Что? Простите. Одни смит, мисс Ма. Свит, свит, эм. The sweet, sweet, тише. Мазда. Короче, Мазда в конце. Дэвид не спит. Мазда. Ты издеваешься? Да, халаха, махала. Да, махала, не стесняйся. Что попало? Да, с ней тени здрасте, ты что не поняла? Нет. Ну там же... Шим-шим-шо-ма-ри-ма. Там же понятно уже, я уже даже сама поняла. Ну хотя я уже это говорила, но... Ну, послушай еще раз. Еще раз. Да вот. Счастья много. Для счастья многого не надо. Ладно. Там было понятно уже в конце. Я уже сама даже поняла. Если вам понятно было, напишите. Ставьте мне лайк, потому что я пою понятно. Напишите ей в комментарии, что нифига не понятно. Напишите мне. Пока затуляю, я же хочу. How deep is your love? Так, кто-то тише. Да. Тихо. Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Ты шо вообще 4 штуки? Я тебя когда-нибудь пристрелю. Я думала, ты услышала. Нет! Ты 4 штуки мне записала. Давай. Боже мой. Сейчас. Я сам. Офига ты это надо. Я вам лобёнчи. Ты ему шнуй, блядь. Ты ему шнуй, блядь. Ты ему шнуй, блядь. Вину шнов минха. И он лобёнчи. И он лобёнчи. И он лобёнчи. Виа лайвён штип. И мирилява. Ты не смотри на эти полоски, говори просто, потому я понимаю.
красивой. Что это ты спела? До свидания. Ви кончені нічнові лаї, говорили ми о любви з тобою. Тлюн шумить річною волною, говорили ми о любви з тобою. Теперь я, да? Опустил тот клюв, подожди. Подожди. Ой, что-то как-то я так нервничаю. Подожди, тогда я музыку включу. Это реклама. Подожди. Давай. Подожди. 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 Сейчас я песню придумаю. Подожди. Это что такое? Подожди. Давай. Якось питала ты, так чому ж я с тобою? Сказав, що більш такої в світі не знайти. Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Давай. Записано. Слушай. Я пісня мою музику слушаю, ми гади. Ну, там воно загружається. Люблю вмію практику. А нельзя припев? Надо припев. В свете не знайти. Давай припев. Потому что ты слова, слова, ну не все. Да я поняла, поняла все. Я же сама поняла, что это неправильно. Ну да ладно. Надо попрактиковать. Слышно, что я говорю? Слышно? Стали мои глаза. Спросила, слышно? О, Боже мой. Еще у них отражение. Может, будут сниться длинные ресницы, глаза ее глазки, останется все в сказке. Четыре штуки. Как всегда. Какая-то сказка. На-н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 а
Умеешь слушать, как я делаю?
deep is your love? The nightmare share one a closer. Okay, how deep is your love? Эту прекрасную песню. И еще раз напоминаю, мы играли в игре Rec Reverse или Rec Reverse, как-то так. Rec Reverse. Нам было очень интересно, это очень интересная игра. Если вы в компании друзей когда-нибудь поделились этой прикольной песней, этой прикольным приложением, споете так же, как и мы, опозоритесь так же, как и мы, как там, как я напела, боже, я забыла. Это очень интересно и посмотрите тяжело. И надеюсь, вам понравилось такой челлендж, такое видео. И поддержите нас пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, напишите комментарии. Я вам показала. На мой канал. На мой канал. И на этом все. С вами была Свитон и Кристина. Пока-пока.